пусть светит светит жестокий. «Шаланды, полные кефали», «У Черного моря» и многие другие известные композиции объединил в себе спектакль «Жизнь прекрасна», с которым в Крым на гастроли приехал Московский театр мюзикла. И эту постановку руководство театра выбрало не случайно. Он охватывает наибольший зрительский интерес. То есть его одинаково интересно смотреть и молодежи, и взрослым, и людям в возрасте. Пели все. Я со своей женой, смотря просто репетиции, мы не отходили со сцены, мы просто нравились. И я думаю, что тем людям, которые придут завтра и послезавтра на этот спектакль, на это музыкальное ревью, точно так же вспомнят и песни своих родителей, и какие-то песни, которые сейчас идут в джазовых версиях. Что интересно, создавался спектакль специально для открытия театрального сезона в прошлом году. Его вхождение в постоянный репертуар Московского театра мюзикла изначально не планировалось. Открылся сезон этим спектаклем. Публика стала ходить как сумасшедшие. Мы решили, ну а чего? Мы там что-то, они как всегда мы что-то поправляли. Чем, что у нас хорошо? Мы же сами себе хозяева. Ну, мы можем что-то поправить, что-то добавить, что-то убрать. Спектакль «Жизнь прекрасна» можно будет увидеть 20 и 21 августа в Ялтинском театре имени Чехова. А 24 августа постановку покажут уже в культурно-информационном центре Севастополя. Эдуард Здоров, Сергей Юшков. Время новостей. Ялта.